небо разбудит сову, рябиновый сук постучит в двери пороски. Снег по лесам, вверх да по полям море. Сказать нет, радуга естелится, судьба змея пожирает хвоста в глазах, лед в груди, страха в душе тоска. Больно ей, больно, да иначе нельзя, но только веди, пророка судьба разбуди. Рябиновый сук постучит в двери бороски. Снег по лесам, вверх да по полям море. Притаиться на твоем плече, рассказать слов, рассказать дум, в карманах порыться и достать лед, охладить лоб, охладить лоб. Тихо льют часики, день и дом, да только стол звон, там за седою порой льется, водится по траве. Снег по лесам, вверх да по полям море. Алиса, Ярик и Игорь. Спасибо Гарику Сукачеву. Спасибо, Гарик. Спасибо. 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 Уходишь. Гарик уходит в хорошее настроение, и это уже неплохо. А я готов. Я готов с первой программы практически. Итак, я готов объявить решение наставницы этой команды Пелагеи. Ну, а все равно любовь, несмотря ни на что, да? Вообще. Алиса Игнатьева. 40%. Ярослав Дронов, 60%.
решение наставника. Я прошу вывести на экраны решение зрительского голосования. Суммируйте. Ну что ж, единогласно, практически, Ярослав Дронов становится еще одним финалистом суперпроекта «Голос». Спасибо. Мы можем узнать мнение пользователей социальных сетей о нашем сегодняшнем полуфинале и послушать тебя, Алис. Прошу.